Мы сегодня в ночном клубе «Мёд», смотрите Clutch TV. Привет всем, меня зовут Екатерина Верина, и сегодня на сцене ночного клуба «Мёд» доблестный рыцарь нашего шоу-бизнеса, главный холостяк страны Алексей Воробьёв. Если вот отношения закончились, да, а один из людей как бы хочет инициировать, да, и как продолжить, да. Забыть. Плохая идея, не получится. Угу. Если что-то уже один раз не получилось, то во второй раз как бы попытка это не Евровидение, да. Угу. Вот, здесь не попрет. Прям изначально. Сразу плохая мысль. Угу. Забыть, идти вперед, там тебя ждет счастье. Thank you.